Всем привет, косим дальше мы тут. Вот. Травостой маленький такой, знаете, мурачки, хуечки. Косилка косит после ремонта. Я уже бомбанул гектаров 10 ей. Может чуть меньше, но до хера бомбанул. И вон смотрю, что подшипник один разваливается. Ну или уже развалился на стойке там. Не знаю, когда его менять. Вроде работает косилка. Там два подшипника стоит. Вот. Так пока косим, все хорошо. Отлично, чики-пуки. Тут накосили уже рулонов. Не знаю, 30-40. Надо нам это вот все поле бомбануть. И будет тут рулонов 50 и больше. Купил себе новый кардан благодаря корешу. Вот. Мой кардан улетел. Вот здесь вот внутри подшипник развалился. Но еще похватит. Мне завтра главное покосить, потом можно начинать ее ремонтировать. Ну, мы вот это вот поле сколько сможем завтра сделаем. И все, и там буду я уже грябать. Пусть Коля еще косит день, а я уже начну гребти. Так что можно уже будет и поремонтироваться там, пока мы сгребем, пока попрессуем пару дней. Один подшипник у меня там есть. Еще один надо купить. Скорее всего, дома такого нет. Там 210 и 209, по-моему, на стойках. Если кто знает, может поправить, подсказать. Вот. Так все. Все работает хорошо. Хорошо. Да не все хорошо. Вот здесь будет болтик обломало. Надо попробовать будет наживить гайку. Как я ее наживлю? Никак. Тут есть, там есть, там есть. Ну, вот когда буду ту снимать, заодно проверю это все. Вот тина. Тут все болты на месте. Да, все на месте. Ну вот так вот каждый гектар 10-15 надо ремонтировать, поэтому надо иметь две штуки, чтобы было все хорошо. Вот. Имея две штуки, накосишь сколько нужно тебе. Здесь уже не очень хорошее место, там чуть ли не камыш косил уже в одном месте. Коля вон косит. С обеда сегодня тоже со своей косилкой там проблемы. Ну, я проезжали мимо колхоза, там тоже косилка на ремонте, поэтому такое. Надо иметь пару штук, чтобы одна всегда в запасе была. А лучше даже три. При желании можно и тракториста нанять, если есть косилка. Он подсигналивает, говорит, я буду звездой Ютуба. От фермер. Ладно, проявите активность, а то упала на канале. Вот. Покажу, сколько потом здесь напрессовали. Чистим поле от лозы, от всего, потому что здесь не косили никто уже давно. И никто ничего не делает. Жалко, зарастает лозой. У меня вон там еще куча кустов. Это осенью, когда закончим с сеном. Возьму плуги, да поеду рвать эти, вон березки малые. Все это буду вырывать, нихера там ничего не расти. Нужно поле, нужно эффективно использовать его. Вон лесочек. Все это надо будет выкорчевывать. Оно здесь не надо. Ну, у нас уже второй укос подрастает. Так что у нас покосы будут до октября. Может быть, даже до октября. Тут вот это поле нам добивать,
пару дней. Еще завтра, если целый день покосить, то мы его добьем. Возможно. Нечего загадывать. Ну, здесь до хера будет рулонов. Вот это вот кусочек такой бедный, а там остальные все уже получше. Вот. Хватает здесь сена. Ладно, всем пока.